9 декабря в России готовятся уже в 12-й раз отметить День Героев Отечества. Обычно героизм ассоциируется с боевыми действиями, но бывает и по-другому. Герои мирного времени – это те, кто совершают маленькие подвиги ежедневно, потому что в этом их работа. Старший сержант Денис Зоркин с детства мечтал охранять порядок, потому и служит во вневедомственной охране Росгвардии. Недавно за отличие в охране общественного порядка он был награжден медалью. В нашем регионе такой высокой награды удостоены всего 60 человек, но вручают ее обычно как раз участникам военных конфликтов, бойцам спецподразделений. Денис же получил ее за свою ежедневную службу. Когда для других жителей города день подходит к концу, у Дениса с напарником начинаются дежурные сутки. На инструктажах, которые мы очень, скажем, качественно проводим, доводим все ориентировки, которые совершаются в городе. Сотрудники записывают и потом уже на маршрутах патрулирования, значит, обращают на все это внимание, где происходит большинство краж, грабежей, разбоев, отрабатывают эти ориентировки, то есть останавливают граждан, шатающихся в ночное время, проверяют их и выявляют, таким образом, выявляют правонарушителей, которые у нас находятся в городе Иваново. В этом Денис и преуспел. За неполный 2018 ему удалось задержать 11 правонарушителей и предотвратить десятки преступлений. Как правило, это грабители, пойманные с поличным. Совсем недавно накрыли группу похитителей канализационных люков. Регулярно ловят воров автомагнитол и аккумуляторов. Отдельной строкой идут так называемые закладчики наркотических веществ. Сколько их поймал с поличным, полицейский уже сбился со счета. Наши действия – быть внимательным, постоянно следить за обстановкой, обращать на подозрительных лиц, также автотранспорт. Если чувствуешь, что что-то неладное, нужно незамедлительно проверить, досмотреть данных лиц. Госнаграда для Дениса никогда не была целью. Награда в нашей работе – это не главное. Главное, что заметили и дают стимул, чтобы проходить дальнейшую службу. Пока есть энтузиасты в правоохранительных органах, ивановцы могут не волноваться. Охрана города в надежных руках. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.